Эй, давай, давай, съешь чего-нибудь. А тебе повезло. Обычно те, кто шарит по трупам, получают клинок в брюхо, без всяких вопросов. Но я... У меня чутье на выгоду. И скажи спасибо, что золото я люблю больше, чем кровь, леди Дерун. Где мой брат? Все, заткнись. Чем лучше ты выглядишь, тем больше будет выкуп. На тебе и так синяков многовато. Выкуп? Кто его платит? Скоро увидишь. Ты теперь не в своем шато, так что сиди тихо. Шелудивый пес. Собака. Дыка. Ничего, сейчас мы выберемся. Я тебя мэкну. Да ты что, тупо ниндзя, ля? Человек, но павук. Без тебя мы как без рук. Кто вы? Мели, а другой Артур. Это все из-за вас. Где мой брат? Эй, говори потише. Эти гады забрали мою прощу. Она тебе не нужна. Так, мы теперь без снаряжения. Хорошо. Стражник. Артур заставит его уйти. Что? Как? Отвлечет. Он ждет, что мы скажем ему, что куда. Так что смотри внимательно. Так, поищите способ отвлечь врагов. Нажмите Е, чтобы Артур отвлек. Телега! Годится. Приготовься. К чему? Давай за мной. Он твой брат. Идем. Идем. Кто-нибудь знает, сколько у нас убитых? Трудно сказать. Тысячи, это точно. Но с этими крысами попробуй пойми. Я куноватен с этими мясниками. Они ничего не сделают. Ты не понимаешь, когда он боится. Имей терпение. Так, ага, у нас нету рюкзака. Окей. Но зато мы куда-то лутаем это все. Ага, стоп. Вот еще что-то есть. Так, ну что, ниндзя, пошли. Откуда вообще взялись эти треклятые крысы? Очередной фокус от Валуа? Надо расчистить путь. Крысы уничтожили деревни Валуа. Тысячи смертей были зарегистрированы. Каким образом? Или заражение. Чума — это кара за наши грехи. И это только начало. А, тут уж не до войны. Король Эдуард вернул бы нас домой. Железная жаровня. Нет, мы в ловушке. Окей, что тогда? Так, а ты можешь от бочки отлипнуть? Во. Бочка с копьями. Отлично, приготовься. Давай, Во-во-во, я почти научился. Молодец, Артур. Вперед. Не, Артур всегда красавчик. Осторожней с бутылками. Что такое? Ничего. Ничего. Нас тут нету. Блин! Тихо! Ну-ка, что это там? Сюда, тут посторонние! Ой. Ой, ее забаранили. Ой-ой-ой, а я ж вроде бутылочку не зацепил. Откуда вообще взялись эти треклятые крысы? Очередной фокус от Валуа? Я же вроде бутылочку не зацепил. Крысы уничтожили деревни Валуа. Тысячи смертей были зарегистрированы в результате укусов или заражения. Чума — это кара за наши грехи. Надо расчистить путь. И это только начало. Да расчистим, погоди. Тут уж не до войны. Король Эдуард вернул бы нас домой. Бочка с копьями. Отлично, приготовься. Давай. Я что-то слышу. Молодец, Артур. Все, пошли. Осторожней с бутылками. Да я понял. Ну и чё это? Там ничего. Пошли.
хуже всего вот так сидеть между битвами. А еще эти двое с луками летят себе без конца. Ой, тут рехнуться не должен. Они тренируются на покойника. Вот и ладно. Да. Что ты хотела? Это же война. Так-то, проучим этих валуа. А правда, что хорошо. Я смотрю, тут тоже, да, освободители? Эти придурки так рвутся в бой, словно мечтают стать мучениками. Герои в сияющей броне. А найдешь слабое место и бам! Легкая добыча. Осторожно. Это просто была охуительная победа. Так. Видишь, горшок? Да, Англии. Отлично. Да ну. Ты посмотри кругом, гиень-то, блядь. Кар-кар-кар-кар-кар. Ну что? Давай, слева. Осторожней, порядок Давай. Ты знаешь. Так, надеюсь, она сейчас эта штука не упадет. А как она быстрее меня передвигается? Вот это вот мне интересно. Это что за пленник, раз за него дают такой выкуп? Дети Валуа. Сын и дочь рыцаря Роберта Деруна. Дети рыцаря Древа? Он был славным бойцом еще в ту войну. Только королю Филиппу он больше не служит. Странно как-то. И дались им эти дети. Так поди задай сестричке пару вопросов. Она уже проснулась. Как приказ? Нет, не переживай. Это должно было случиться. Так, пошли. Сейчас заметят, что нас там нету, и, наверное, мы будем с вами беги, Арча, беги, да? Посмотрим. Это и это. Неплохо. Так, а мне дай что-нибудь. Сейчас не время. Извлекаю выгоду из твоего спасения. Вот что я делаю. А сундук? Это просто алхимическое барахло. Бесполезно. Мне оно пригодится. Если хочешь, чтобы вскрыла, скажи. Давай. А можешь? Пожалуйста. Давай, 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 давай. Легко. Чуточку прошу. Быстрее, спасибо. Молодец. Идем. Я иду. Все, пошли. Ну, не останавливайся, пожалуйста. Алло. Прикинь, я дальше не могу идти. Все, я застрял. Сюда, давай. Давай, я это иду. Ребята, я в текстуре застрял. Не поверите, но застрял в текстуре. Все, дальше меня не пускает. А что за бред? Ой, я в шоке. А нельзя как-то по-другому сейчас обойти будет, не? Ага, я даже выйти не могу. В чем прикол, я не могу даже выйти. Может, все-таки не надо было ящик этот трогать? Все. Ну, мы будем двигаться? Алло. Просто мне не хотелось бы начинать это все заново. Ну, отпусти меня. Ира, Ира, алло. И они меня не замечают, да? Чтоб они меня мэкнули и, может, разлагает. Или я что-то упускаю? Или я что-то с вами упускаю? Не, ребят, ну то есть как бы... Ладно, вернуться с контрольной точки. Ну, по-другому никак. По-другому никак. Если хочешь, чтобы вскрыла, скажи. Нет, не хочу, пошли отсюда. Нет, не хочу. Прошли, пошли просто отсюда. А можешь, пожалуйста? Блин, жесть. Только не говори, что я тут зависну, и мы дальше, дальше игру не пройдем. Идем. Я иду. Идем. Все, я опять застрял. Тут-т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 ушечки-та-та. Ага. Алло, игра. Алло.
Спасите, помогите. Я застрял. Ну все, я дальше двигаться тупо не могу. Тут два варианта. Либо на этом, как говорится, наше прохождение и все. Это будет финальная серия. Тупо, конечно, но что поделаешь. Либо переиграть эпизод заново. Сейчас нажать на паузу, переиграть эпизод заново. И когда дальше, по идее, нас должно разлагать будет. То-то-то. Ладно. Давай попробуем еще раз. Только мы не будем лутаться, а просто попробуем. Если хочешь, чтобы вскрыла, скажи. Попробуем. Так. А можешь, пожалуйста. Так. Давай. Эй, там! Стой, где стоишь! А ну? Чё? А там есть без клинков, ты бежишь! Во, все, хорошо. Идем, да. Ну я просто не знаю, как тут еще. Если хочешь, чтобы вскрыла. Да не хочу я, просто ушли отсюда, давай. Легко. Все, пошли. Молодец. Пошли. Идем. Да. Я иду. Я иду. Я застрял. Вот тупо текстура, ребят, меня не пускает, все. Просто тупо стена. Так, я даже ничего сделать не могу. Ни ша нажать, да? Ничего. И здесь я прокачать тоже ничего не могу, потому что у меня ничего нет. Сюда, давай. О! Отпустила меня, отпустила. Хорошо. Тихо. Мили, не сюда, их же там целая куча. Так, ребят, отлично. Я думал уже все, как бы на этом наше прохождение закончено. Но нет. Хлеб и вино на исходе. Жесть, обидно было, реально было бы обидно, если бы на этом все бы закончилось. Каждый раз после победы одна... А, да ты с ума сошла? А что такое? У нас же получилось. Еле-еле. Так, чтобы вскрыть замок, я надеюсь, эта штука исчезнет, я даже сейчас нажимать не хочу, чтобы оно не этот, как его, не заглючило нас опять, так что. За тебя заплатили неплохое вознаграждение. Сейчас мы тебя выпустим, и скоро ты будешь далеко отсюда. Так что, ребят, сори. Твоя сестра? А может, ее оставим себе, парни? Нет, девчонка, девчонка! Скажи спасибо, что ты еще жив! А? Че, девчонка, говори уже давай! Девчонка сбежала! Ее камера открыта! Все на поиски! Вот жопа! Рассредоточиться! Следите за выходами! И не зевайте! Камера сама собой не открывается! Может, это дело рук Валуа? Самое время! Самое время что? Ага, спасать малого, да? Хьюго, я здесь! Алисия, ты в порядке? Ты не ранен? Нет, забери меня отсюда. Сейчас заберу. Нужно опустить клетку. Все хорошо, Хьюго. Ты не видел мою прощу, когда тебя схватили? Да, ее положи в сундук. Хорошо. Так, ее положили в сундук. Очередной сундук, да? Какой сундук? А какой сундучок? Ага, вот, да? Мили, ты займешься этим. Так, надеюсь... Мы сейчас здесь текстурок не застрянем. Блин, поверить не могу. Нам пиздец. Наконец-то. Теперь, Хьюго, надо спустить клетку вниз. Каким образом? Ага, вижу. Как тихо. Хорошо, что они заняты. Палатки! Обыскать палатки! Мили, замок! Так, Мили, открой, пожалуйста. Сказали, что заберут меня. Все хорошо, Хьюго. Сейчас всё. Мы тебя вытащим. Пошли отсюда. Алисия, они сказали, что меня увезут. Я тебя больше не увезу. Теперь ты видишь, что это неправда. Какие нежности. Я здесь. И мы будем вместе, да? Конечно. Мы пойдем вместе с Мили. Она поможет нам. Она же тут вор. И ей жаль, что она нас подставила. Правда, Мили? Да.
Я плохая девочка. Довольна? Может, уже пойдем? Давай руку. Плохая девочка. Да. В дальнем конце лагеря есть выход. Если ты правда умеешь обращаться с этой прощой, иди первая. Ага. Так, а что ты? Куда? Палатки! Обыскать палатки! Солдаты, докладывайте! Куда идти? Она точно в лагере! Тихо! Сосредоточиться! Шатров глаза не спускать! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, тихонечко. Угу. Так, а мы можем их мэкнуть? С помощью чего-то. О, сейчас, ребят. Нужно залутаться, как раз, чтобы можно было с вами прокачать, да? Что, мы сможем что-то прокачать? Вот мы сможем, сумку. Для максимально требуется... Да, давай. А, понял, не сможем прокачать, нам нужно для этого стол. Так, а куда идти? Я так и не понял. Куда и нам идти? Мы сюда сможем пройти? Нет, не сможем. Не сможем, сейчас, что? Серьезно. Это что еще такое? Тихо, 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 тихо. Сюда, быстрее! Они тут! Нет, у нас тут. Вы уверены? Все. Пойдемте. Все, 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 все. Все, все, все. Тихонечко. Не, может, как-то надо было по-другому это сделать, но. Уже как есть. Так, нам к главным воротам нужно. Давай продвигаться. Ага. Лучник, да? И здесь, походу, кто-то должен стоять, если я не ошибаюсь. Или не? Ничего не вижу! Тихо, тихо, тихо. Блин, тихо, 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 тихо. Тихонечко, тихонечко. Не-не-не, нас тут нету. Нас тут нету. Ну, конечно, ничего, потому что тут пусто. Ничего. Никаких следов. Может, она по-прежнему у клеток? Сейчас, ребят. Ничего. Ничего, да. Блин, а нельзя в тебя как-то, у нас нету? А, есть. Есть, есть, есть. Я, блин, пойду-ка проверим. Эй, а ну сюда. Стой. Нет, пожалуйста. Нет, Амисия. Блин, ну я ж первый был. Я ж реально первый был. Чё-то эта серия вообще... Не задалась, да, у нас с вами? Ладно. Давай попробуем тогда сюда. Ага, тут закрыто. А нельзя их просто перебить всех? Солдаты, докладывайте. Ничего. А она точно в лагере? Рассредоточиться. Шатров глаза не спускать. Тихо, тихо, их там двое. Их там двое. Эй, вы уверены? Все, не могу больше. Пойдемте. Что еще хочешь? Это запросто. Все. Тихонечко. Траву. Нас тут же не видно, правильно? Но минус 3. Уже хорошо. Я уверен, что это должно проходиться как-то по-другому совсем. Но уже хоть как-то. Твой выход, Мили. Хорошо. Кто? Там что-то есть. Оставь нас в покое! Это было? О, ты что, собралась в одиночку выиграть войну? Да. Да-да-да. Мы сейчас всех перебьем. Мы сейчас всех вас перебьем.
Блин, только как они нас замечают так? Стоп. Никаких следов. Может, она по-прежнему у клеток? Все. До побачення. И тут лучник где-то был. Во. Все, минус лучник. Надеюсь, я правильно все сделал. Нам сюда, к воротам, да? Да. Нет. Я плачу выкуп за мелких дерунов. И мне же их ловить. Ну и порядочки у этих плантагенетов. Он убил наших родителей. Он и нас хочет убить. Мели! Беги! Жесть. Стражники, разберись с ними, а миссия? Они идут! Инквизиции! Так. Что вы натворили? Ничего. Минус. Мы ничего не делали. Тебе нужен Хьюго. Здесь нужно выбраться. Быстрее. Разбавляй шаг, Хьюго. Беги за Мели. Давай, давай. Давай, 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 давай. Амиссия! Я не дам им тебя схватить. Хватит убегать. Отдай Хьюго нам. Я иду. Я буду орать, если он в конце такой: Хьюго, я твой отец. Ну, открыть. Ну все, 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 нет, нет у нас дома, отстань. Да, крысы. Все, все, все. Это все крысы. Вон люк, попробуйте через него. Миги. Ага. А, ты должна открыть, да, будет его? Ну уж, понял. Давай. Ломайте дверь. Быстро. Ты хочешь меня ломать? А я открою дверь. Они здесь. Ломай я меня полностью. Отсюда вам бежать некуда. Замолчите, замолчите. Не трогайте нас. Стража, хватайте ребенка. Остальных двух. Нет, нет, а у меня камушков не хватает для них. Эта серия тупо. Уже, давай. Ломайте дверь. Возрождений. Они открыли дверь, они здесь. Я так. Отсюда выбежать некуда. Ну? Замолчите, замолчите, не трогайте нас. Амиссия, давай. Там! Они там! Дать их! Амиссия! Арк! Это Арк! Надо бежать! Помогите! Быстрее, идем! Артур, красавчик! Ты знаешь, куда мы идем? Сейчас нам нужно просто спрятаться. Мы с Артуром знаем одно место. А где Лукас? Он ждет в вашем шато. Всему свое время. Скоро увидим Лукаса. Надеюсь. Мне нравится Лукас. Он прикольный. Береги дыхание, Хьюго. Мы на верном пути. Потопали. Тут нас еще могут найти. Потопали. Побежали. Давай. Скажи мне, какого черта вы натворили, что за вами гоняется Инквизиция? И чего в этом мелком такого особенного? А, это сложно. А он что твой будущий брат? Будущий Дарт Вейдер. С ним все будет хорошо. Он нас догонит. Он правда спас нам жизнь. Это было невероятно. Эй, давай без телячьих нежностей. Смотри, как бы он не разбил тебе сердце. Я... Нет! Смотрите, мельница! Да, мы переберемся через нее. Во!
домей! Эй, не лети! Заперто. Я разберусь. Давай, отлично. А можно, чтобы они до конца игры были со мной? Открыто. Чтоб замки открывали и взрывали. О, большое колесо! Оно мелит пшеницу. Так, нету тут ничего такого. Течение слишком сильное. Как мы попадем на ту сторону? А... Да. Колесо замедляется. Так. Может, оптимизма? Колесо замедляется. Хорошо. Твой выход, Мили. Да. Получается. Во. Эй! Теперь осталось просто перейти. Согласен. Ты не уйдешь без меня? Нет, не уйду, зайчик. Я иду, Хьюго. Просто пытаюсь придумать, как тебе перейти. Не уйду. Артур говорил так же. Сейчас, короче, позову мелкого. Стой. Хорошо. Ну, иди ко мне. Хьюго, это я доверю тебе. Круто. Не-не-не. Нет, стой. Поняла. Я... Подожди. Да. Так, что за бред? Подождите здесь. Хорошо. Мили, займешься этим? Хорошо. Во, и нужно сейчас, чтобы мелкий перебежал. Давай, Хьюго. Хорошо. Во. Амиссия, помоги мне перебраться. Стой. Ага. Давай. Чуточку быстрее, тяжело как бы. Вот так. Все. Видишь, все просто. Умнички. Если инквизиция сюда доберется, это их немного задержит. Так, не доберется, не переживай. Давай заберем. Заберем и давай посмотрим, сможем ли мы с вами прокачаться. Да, можем. Это упростит мне жизнь. Поник, все. Отлично, побежали. Мы пройдем. Здесь. Давай же. Пытаешься произвести на меня впечатление? Нет. Ладно, идем. Тут здорово. И землей пахнет. О, в акведук. Значит, Лукас где-то там? Надеюсь. Думаю, от этого замка немного осталось. Почему? Здесь была деревня. Потом, много лет назад, ее сравняли с землей. Всего за одну ночь. Говорят, эти места прокляты. Амиссия. Она шутит, Хьюго. Конечно, шучу. Не нагнетай. И так стрёмно. Все, отлично. Давай посмотрим, что мы можем с вами наделать здесь. Давай, наверное, огненных наделаем. По максимуму, да? Все, побежали. Так, стопэ. Не, это не ящичек. Амиссия. Хьюго, что ты делаешь? Иди сюда. Хьюго? Хьюго, посмотри на меня. Опять началось? Голова? Как будто внутри меня что-то растет. У меня ноги трясутся. Только не говори, что его покусали. Это не укус. Это у него в крови с самого детства. Мне придется его понести. Забирайся ко мне на спину. Давай. Я думаю, малый все выдумает, чтоб его катали просто. Если это в его крови, то что насчет тебя? Я в порядке. Лукас пытается замедлить действие этой штуки. Это еще одна причина, почему мы идем в шато. Амиссия, я боюсь. Чего, Хьюго? Того, что у меня в голове. Не переживай. Мы все боимся того, что у нас в голове. Мы пришли. Теперь ты сможешь отдохнуть. Наконец-то. Поможешь поднять? Да, без Иду. Проблем. Хьюго, слезь, пожалуйста. Так, давай. Это твой дом? Это убежище, детка. Здесь прячутся, а не перы для господ закатывают. Не трогай. Это моего брата. Дорогущая штука.
И давно вы так живете? То есть, как оборванцы попрошайки? Это семейная традиция. Папка наш тот еще был мерзавец. Попробовал нас как-то поколотить. Вот мы и свалили. А ты — голубых кровей. Голубых кровей? А мессия? Что это за ха? Мне холодно. Не видишь? Ты взгляни на нас. Мы все потеряли. То есть как? Кто нам тогда заплатит? Ты вообще о чем? Твой приятель Лукас сказал, что вы богатеи. Ладно, неважно. Берите соломенный матрас Артура. Когда братец вернется, там и поговорим. Ну, видишь чего? Нет, пусто. Эй, мужики! Сюда! Нужна помощь! Ни минуты покоя мне дадут отдохнуть. Наружу. Да, но куда? Просто доверься мне. А твой брат? Он уже должен был вернуться. Прости. Не спеши его хоронить. Черт, не высовывайся. Он в шлеме. А, Диворентис. Что? Диворентис. Селитра и спирт. Жжет лицо и плавит сталь. С ним хочешь, не хочешь, а шлем сразу снимешь. Приготовься. Так, погоди. А. Ладно. Диворентис. Теперь можно затолеть. Зажмите таб, открыть смесь. О, прикольно. Давай! Целься прямо в шлем. Да погоди ты. Прямо камнем в башку! Молодец! Я ж говорил, что поймаю! До побачення. Так ему и надо. Как громко. Я ожидала большего восторга. Тупо Авада Кедавра. Так, давай заберем и пошлите дальше. Черт, смотри, один в шлеме. Ты знаешь, что делать? Да. Если я ее поймаю... Слушай, где у нас точило? В каком-то ящике. Но там в них черт ногу сломит. Так, ага. А если я сделаю вот так? И теперь... Диворентис. Все. Мне нравится. Если есть двое, до побачення. Нужно отсюда уходить. Надо вернуться к Вакведуку. Я знаю. Где Шато д'Амброж? Сюда. Со мной. Да иду, иду. Так, мы сможем еще сделать? Нет, не сможем. Нам чего-то а не хватает. Я так и знала. Спокойно. Погоди. Так, это эта баночка или нет? Да. Все, шикарно. Побежали. Прикольная штука. Опускай тут все! Найдите Хьюга Дерона! Остальных убей! Живо! Видишь, там освещенная решетка. Через нее мы и выберемся. Слушайте, а миссия? У тебя есть проща, так что идешь первая. Хьюго, ты... будь осторожней и веди себя тихо. Понял. Ясно. Так, давай смотреть. Ага, он в шлеме, и этот в шлеме, да? Побудьте так, здесь. Давай, побудьте здесь. Да не попадусь, Нисы. Сейчас мы им Авада Кедавру сделаем всем. Самое интересное, что у меня только две штуки этой, по-моему. Алисия, вернись! Тихо. Все в порядке, я здесь. Это ужасно, ужасно. Блин, а что мне делать? Ладно, сейчас подождем, пока мисс этот обратно пойдет. Потом мы к ним вот этого.
по-быстрому. А дальше посмотрим. Все. Хорошо. Все, минус один. Интересно, этого нужно нам трогать или нет? Или можно обойтись? Или можно обойтись? Так, а ну, дом достали библиотеки. Хорошо, так, ребятки. Нет, Томиси, я боюсь. За мной. Успокойся, вроде порядок. После вас. Я здесь, все хорошо. Прости, я так напугался. Иди ко мне, где ты, маленький? Никуда не уходите, ладно, все отлично. Конечно. Давай, 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 давай. Давай ручку. Все, умничка, пошли. Конечно, он бы нас бы спалил бы своим криком, ну ладно. Так, ждем-с. Не знаю, не хочется, конечно, их трогать, хочется просто пройти. Просто не уверен, что вот с этим типом, который за деревом, что у нас получится это сделать. Хотя, возможно, если мы сделаем вот так. Этот шум. Вроде как оттуда. И по-быстрому пройдем. А ну, все, нас тут нету. Хорошо. Нас, по-моему, даже и не заметили. Ничего. Так, спокойно. Спокойно. Все спокойно. Не-не-не-не, ты нас не видишь, не прикалывайся. Я слыхал, англичанам здорово детишек досталось. Я такого взрыва в жизни не видел. Но виновного мы поймали. Молодой воришка. Артура поймали, да? Его держат в бастионе. Будут допрашивать. Повезло этому парню. Если бы у него не было информации о пацане, его бы на месте покромсали. Черт. Или я... Там... Там кто-то шумит. Да, иди проверь. Иди проверь. Так, тихонечко, тихонечко. Мы пройдем. Нас тут нету. Нас тут нету. Нас тут ничего. Нету. Пусто. Все, хорошо. Сейчас нужно будет сделать все то же самое. А я не достаю. Опять что-то творится. Пойдем проверим. Пойдем. Пойдем, ребятки, я с вами. Проверю. Так, ага, ты. Останавливайся вот туточки. Ну, мы почти выбрались. Почти добрались до ворот. Сейчас осталось дождаться, пока месь он пройдет. Все, ну по идее успеваем. Если нету, забараним его. Да, успели. А нам сюда надо? Или куда нам надо? Так, а что ты там читаешь? А мне эта штука тоже нужна? Или не нужна? Ага, ты в шлеме. Так. Может усыпить его? Этого отвлечь, а того усыпить, да? Что за чертовщина? А этого мы усыпим сейчас. Что это было? Все, хорошо. Это мы заберем. Не девать! Ищем там! Да, сюда! Тихо! Ох, ты падла. Короче, ребят, сегодня эта серия, короче, у меня вообще... Да, ты знаешь, о чем говоришь. Вообще не задалась. Здорово детишек достало. Я такого взрыва в жизни не видел. Но виновного мы поймали. Молодой воришка, который помогал Дерунам.
Его держат в бастионе. Блин. Какой странный звук. Падла. Давай, иди проверь. Иди проверь. Но по идее нужна эта карта будет, правильно я понимаю? Или я чисто зря так вот напрягаюсь? Пусто. Ага. Так, ну. Давай еще раз. Ай, мне уже одного раза хватило. Идем. Идем. Все, попробуем сейчас так пройти. Я просто не знаю, что с этим типом делать. Он, по-моему, в каске так же само, как и этот. Короче, жди здесь. Сиди здесь и тихо. Жду твоего сигнала. Жди здесь. Я что-то слышал. Я же не рехнулся. Нет, не рехнулся. Карта всей страны. Чего эти ублюдки задумали? Так. Я же видел. Стопе, 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 стопе. Все, до побачення. Все чисто. Иду за тобой. Видно, ты очень необычный парень. Раз за тебя все так носятся. Я не виноват. Скажешь, мы не виноваты, да, что к нам пристали? Так, куда ты смотришь? Ага, ты пошел куда-то туда, да? А по-моему, мы по кругу пошли. А куда нам? А, вон ворота где. Вон, ребятки, где ворота. Мы не туда с вами пошли. Но зато мы забрали карту. Зато мы карту забрали. Так, давай, наверное, мы с тобой тоже сейчас сделаем «Донде стала библиотека». Все. И пошли к воротам. Почти. Решетка опущена. Всегда есть черный ход. Во, согласен. Да, теперь правильно. Но по-любому нам, наверное, карту надо было забрать. Вон! Валим отсюда. Идем. Проходи. Вы так любезны, Ваше Величество. Ой, начинается вот это вот. Что вы будете со мной делать? Ваше Величество, Ваше Величество. Это Лукас. Скоро приедет телега с припасами. И тебя заберут в город, в бастион Инквизиции. Амиссия, у тебя еще остался Деварентис? Да. Да. Тогда вперед. Сбей с него шлем. Окей. Стой, жди здесь. Будьте здесь. И не звука. Ладно, помогу здесь. Все, до побачення. Лука! Как я рад вас снова видеть. Эй, хорошо выглядишь? Да, я был в клетке, а потом был взрыв. Вот такой бш. И мы пошли домой к Мии. И она много ругалась. Я все слышу. Ты-то как? Лукас. Давайте по дороге поговорим. Или вы предлагаете посидеть тут, выпить вина, зажарить цыпленка и подождать, пока они нас убьют? Как думаете? Ты права. Надо идти. Шато уже совсем близко. Идем. Давай. Это недалеко от акведука. Давай, раз кажется, недалеко. Ты уже была в разных передрягах. Значит, побежали. Говори. Кстати, кто-то хотел рассказать про Инквизицию. Вы бы не согласились на сделку. По которой твои друзья разбогатели? А мы все уладим. Скажи об этом моему брату. Это что такое? А, несчастный случай? Это подвода Инквизиции. Крысы. Может, удастся что-нибудь оттуда вытащить? Так, удастся. Нельзя же проходить мимо. О, Амиссия, у меня для тебя кое-что есть. А ну? Это побочный продукт Игнифер. Луминоса. Кидаешь в стаю крыс и... Ну, в общем, увидишь. На, держи.
А ну. Селитра, кожа и спирт. Левиоса, ребят. Кидай, крыс. Луминас. А, глаза боят. С ними покончено. Так, много ресурсов требует, понял. Чисто в редких случаях его использовать. Ну, конечно. Инквизиции. Они бы не узнали о Макела, не изучив его химические трактаты. Не знаю, что они задумали, но содержимое этой телеги нам пригодится. Угу, угу. Так, ну сонную штуку сделать не могу. Эту можешь подделать. Блин, ну мне Левиоса это нужно. Ладно. Попробуем сделать Левиосу. Кваквидук, мы почти дошли. Наконец-то. Скоро мы все выясним. Забирайся, я помогу. Ладно. Заберемся на кваквидук. Хьюго, это акведук. О, акведук. Кваквидук. Кваквидук. Где твой брат? Я не хочу об этом говорить. А, ладно. Так, кваквидук, а ну. Поник. Отлично. Надо залезть наверх. Угу. Что? И это все? Здесь ничего нет. А, Лукас, только не говори мне, что все было напрасно. Нет, нет, нет. Лаврентий же не дурак. Это алхимические штучки. Золото рождается из меди. Дверь откроется тому, у кого есть ключ. Ну, как-то так. Я бы сказала, прежде чем трындеть, разуй глаза. Ну что, кто первый? Отлично. Амелия? Давай уже, мы так далеко зашли. Вот молодец. Так, заберитесь в акведук. Вау! Красиво. Вау. Неплохо. Это море. Это просто подземные воды. А здесь понтон. Люди здесь уже бывали. Значит, мы на верном пути. Так, побежали. Побежали в акведук. Так, только... Авиационный паром. А, что? Судно перемещается по каналу, который ты двигаешь руками. Там есть ручка. Да это понятно, только дайте забрать эту штуку. Ага, а здесь мы уже не можем, да, ничего с вами? Блин, нужно и усыпляшку себе сделать, и это вот, Левиоса. Так, мелкий, ты где? Ага, мелкий впереди. Так. Мили, мне нужна твоя помощь. Ну, крути. Лукас, помогай, хорош спать. А, да, да. Вода зеленая. Это потому, что в ней живет много существ. Им, наверное, холодно. Однажды отец взял нас на озеро в Турве. Там я подскользнулся и упала в воду. Было так холодно, что я расплакалась. Я бы тоже заплакала. Ваша лодка подана? Да, Хьюго, слезай. Надеюсь, они умеют плавать. Давай. Опа, молодец. Ну, ребят. Держитесь крепче. Вот так. Вау. Рыбок не видно. А что это за чудовище? Что? Чудовище? А как ты думал? Подземные озера волшебные. В их глубинах скрывается древнее чудовище. Берегитесь, они очень голодные. Неправда. Если бы там были чудовища, они бы пускали пузыри. Ты меня раскусил. Мама говорила, что чудовища — это такие штуки. Ну, штуки. Такие твари, которым мы так и не дали имен. Мне она тоже такое говорила. Вот бы увидеть чудовище. Я сейчас бы орнул бы, если какой-то мегалодон выплыл бы ему бошку, только чкутик. И все, и минус мелкий. Ладно, пора вылезать. О, слишком быстро. Я знаю, но теперь их очередь. Так, побежали.
Чудовищ тут нет. Ну, вдруг тут кит? Кит большой. Да, а если мелкий? Почему бы нет? Тихий кит, который не хочет, чтобы его видели. Он стесняется, потому что маленький. Он, наверное, милый. Так нырни, посмотри. Давай я тебя тут подожду. Теперь вы! Мы идем. Давай, Хьюго, пока мисс не плывут, можешь нырнуть. Все в порядке. Отпускай. Ну, отпускай. Никуда не уходи, я скоро буду. Я подожду. Ты в порядке? Ага. Так, давай, тихо-тихо-тихо, не упади, пожалуйста. Давай залутаемся. Я испугался и... Неважно. Все уже в прошлом. Но если мне в замке что приглянется, это мое, хорошо? Договорились. Ну что, голубки, пошлите дальше. А, закрыто. Сейчас исправим. Пропусти меня. Да, давай, без проблем. Я не против. Готово. Спасибо. О, прошу. А что бы я без вас сделал? Век бы их не видать. Что это за место? Это не может быть. Надо подойти поближе. Это яма. Что такое, Лукас? В чем дело? Это так, же это яма. Лукас! А это в другую сторону. Это система обороны. Как зама? Как мышеловка. Она что-то защищает. И? Как она работает? Легко. Жерлом не сгоняет крыс к яме. Они не могут оттуда выбраться. Полезная штука. Кто это построил? Я не знаю. Тут все выглядит старым. Давай, Лукас, идем посмотрим. Ладно, Мили. Пока парни считают ворон, кто мы, пожалуй, построил? Пойдем. Какие-нибудь... А рыцари? Не думаю, что рыцари умеют строить. А вот ремесленники... Заперто. Мили, сможешь открыть? Нет. Лукас? Может, с другой стороны? Это место построили давно. Ну, крысы здесь недавно. Ты прав. Так, вы пока пообщайтесь, а я... Ну? А я пока сюда заберусь. Ладно. Ну, умничка. Так, а дайте мне что-нибудь полезное. А полезного ничего нету. Ну ладно. Значит, куда-то вот сюда, да? Давай. Давай, 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 давай. Умничка. Хорошо. Дверь беру на себя. Давай, дверь бери на себя. О, можем, наконец-то. Идемте. Так, сонные не можем. Это что у нас? Это шлем сбивать, да? Ладно, давай. И все. Так, погоди. Ребятки, погодите. Сейчас я все сделаю. Так, вот огонь. И... Все. Пошли потихонечку. Жалко, мышкой осматриваться нельзя назад. Она сразу останавливается. Замечательная система. Очень действенная. Все, отпусти. Давай, Хьюго. Иди за мной. Да. Так, ну такие задания мне нравится выполнять. Они сложные. Побежали. Отлично. Еще одна дверь. Надеюсь, это нужная. А я надеюсь, что за ней не будет крыс. Ну, сейчас посмотрим. Мили, тут нужна твоя помощь. Иду. Да сколько можно? Видеть уже эти двери не могу. Смотрите, мы его на съезд, замок. О, он правда существует? Шато де Амброж. Он потрясающий. В какой-то момент я засомневался, но
но алхимические легенды мне по душе. Вперед, рассмотрим все поближе. Ну, пошли. Пошли рассмотрим. О, крысы! Я не понимаю, как! О, ты видела? Это что такое? Они боятся мух. Давайте, бежим! Давай. Это безумие! Безумие. Да что? Хоть когда-нибудь? Так. Здание! Невероятно! Здесь раньше жили люди. Здесь высоко. Не переживай, Хью. Тихо. Далеко. Побежали. Теперь бегом! Забрали. Стой! Нет, пожалуйста. Нет. Все, шикарно. Давайте, черт. Блин, ребят, пришлось потратить этот, как ее, Левиосу. Ну. Давай, я помогу. Ну, сори. Еще одну сделаем. Все живы? У нас правда? Получилось? Получилось. Сам в шоке, что не пришлось. Посмотрите. Шато де Амбро. Переигрывать. Вау, он здоровенный. Давайте внутрь. Невероятно. Вон та башня. Там жилые помещения. Так, тихонечко. Ей много сотен лет. Та похожа. Но путь преграждает яма. На дне крысы. Это ловушка. Должен быть способ ее обойти. Да, сейчас обойдем. Не ссы. Ага, нет, не так. Понятненько. Понятненько. И как нам, что тут, кого, где, зачем? Так, вот дверка. Заперта. Алисия? Займешься этим. Или как тебе там? Какая же она древняя. О, там было что-то живое. Открыла. Все, умничка. А пропусти нас, пожалуйста. Молодец. Как будто они специально тут собрались. Так, сможем еще сделать эту штуку? Да, сможем. Так мы можем управлять крысами. Лукус, Хьюго, не выбирайтесь под дождь. Мы стараемся пробраться к башне. Ладно, идем, Хьюго. Готовы, Мили? Главное, не подпускать их близко. Подумать только. Осады Шато де Амброс. Так, пошли. Две девчонки против крысиных полчищ. Эта битва войдет в историю. Они сдвигаются. Так, хорошо. Теперь мы сможем добраться до центральной части. Да, для начала неплохо. Иди первая. Ты у нас мастер по крысам. Вот, спасибо. Да, без проблем. Давай. По-быстрому пройдем сейчас. Давай, я с тобой. Прекрасно, мне сразу полегчало. Все, шикарно. Шикарно. Так, теперь наверх, да? Надо попросить Милли его толкнуть. Так, Милли толкнуть. Эй, смотрите! Ну все. Жаровня возвращается сама. Ага, понятненько. А, они в них не хотят, да, со мной идти сюда? Так, ладно, давай что-то думать. Я просто вроде на Я нажимал, чтобы ко мне малой побежал. Все в порядке, теперь можно идти. А, все, отлично. Давай, ребят, немножечко быстрее. Бабу здесь. Идем. Все уже в порядке. Конечно. Все? Милли, сможешь до меня добраться? Я иду. Хотя мне и тут неплохо. Ты только глянь. Давай, Милли. Копошаться, как благородный. Не выдергивайся. Но это же наш замок.
Так, один наш брат, я так и не понял. Ладно, этих тоже нужно отправить в яму. Окей. Хотя они, очевидно, не с той стороны жаровни. Я спущусь, посмотрю, что там такое. Хорошо, я тебя прикрою жаровней. Окей. Давай. Забавно, моя жизнь в твоих руках. Это моя работа, госпожа. Говори, как будешь готова. Готова. Пошли. Как думаешь, справишься? Поняла. Вау. Тут бы все смазать немного. Мы можем поменяться. Все в порядке. Я просто разогреваю. Так, огонь, огонь, огонь. У меня все. Все, держи. Держи, держи, держи. Я могу подняться на крепостную стену. Так, не ори на меня. У нас получится. Хьюго будет в безопасности. И мы тоже. Так, не ори на меня. Ага, вот вижу. Ну, давай. Во. Умничка. Нужно еще наделать этих штук горящих. Потому что может пригодиться. Нили, я расчищу участок. Они идут к тебе. Ладно, так же много. Так мы проход жизни не расчистим. Не отчаивайся. Нужно очистить весь внутренний двор. Тогда за дело. Я все равно уже вымокла до нитки. А не проще было как-то пробежать? Поверху это все или нет? Так, я правильно вообще двигаю? Все? Ну? Я правильно сделал, либо неправильно? Вот так! Отправляйтесь в яму! Да! Внизу еще крысы остались. Мне нужна будет жаровня. Окей. Сейчас только давай заберем. Так, что-то интересное забрали. Хорошо. Ага, мне нужно будет... Мы почти у цели. Назад, да, двигать? Получилось? Да. Как дела, Хьюго? Все нормально, но они услышат вас. Не бойся, буря заглушит наши голоса. Скоро мы все доберемся до башни. Да. Удачи. Но я надеюсь, я правильно двигаю. Ну да, потому что по-другому я же никак не слезу. И... Хорошо. Все, пусти. Так-то лучше. И тут что-то светилось, я видел. Или меня глюкнуло. Так, и что делать? Давай, подсади меня. Давай, я давай. Посажу. Ага. Мост. Так, очередная, да? И вот, а миссия Амазонка и Мелини Видимая захватили замок Шато д'Амброш. Ты слишком много читаешь. Я... Ладно, у нас остался нижний участок. Там будет нужна жаровня с крепостной стены. С этим я тебе помогу. Хорошо, я спускаюсь. Так, а куда мне спускаться? Жаровня с крепостной стены. Так, ребятушки, я так и не понял, куда? Ага, может сюда обратно? Да, сюда обратно. Все. Пошли. Что там? Ничего, просто гнилой рычаг. Мили, вот так ты меня успокоила. Все будет в порядке. Это же твой замок. У вас с ним особые отношения. Наш замок. Представь, мы могли бы жить здесь все вместе. Знаешь, я предпочитаю подвалы. Как бы мне туда забраться? По лестнице. Там эти крысы повсюду. Так, по лестнице, хорошо. Сейчас, погоди. Очень смешно. Вот так, берем палочку, подпаливаем и пошли.
Я, конечно, не уверен, что такой дрын можно в дочь подпалить было, но ну ладно. Допустим. Ой, а я что-то сделал не так, и нам, походу, сейчас габело, да? Опять это... Опять я потратил, ребятушки. Ребятулечки, опять я потратил. Блин, а. Ладно. Ладно. Все, можем еще раз сделать. Может, все-таки правильно я сделал? А что мне с этими крысками делать? Ага, вот вижу что-то, да? По-моему, камушком надо кинуть или нет? А нет, мне нужно залезть наверх. Как мне залезть наверх? Ну там лестница не работает же. Ладно, может я что-то не понимаю. Может я чего-то не понимаю. Ну вот, не хочет оно работать. Может из-за того, что у меня палка в руке? Все? Ага, вот, нормально, пошли. Блин, мог бы и не тратить бы Левиоссу. Ну, кто знал. Так, давай. Пошли. Сейчас, секундочку, надо залутать в любом случае. В любом случае нужно залутать это все. Все, отлично. О, тут полный бардак. Мне нужна твоя помощь. Я иду. Отлично. И снова здравствуйте. Вот как нужно захватывать замки. Вот как можно заразиться и умереть. Нет уж, только не в моей сказке. Так, а куда нам? Куда нам дальше? Все? Мы же прошли испытания, правильно? Или не прошли? Или нам еще нужно делать? Так, игра, что ты от меня хочешь? Скажи, пожалуйста, что ты от меня хочешь? Мне нужно перебраться как-то на в эту сторону. Хорошо. Окей, окей, окейшки. Давайте возьмем за это палочку, наверное, да? Так. И побежали. Насколько я понял, мне нужно где-то тут наверх залезть. Только где это делать? Тихо-тихо-тихо-тихо. Мышка-мышка. Мышка-мышка, фу-фу-фу. Алло? Мышка-мышка, фу-фу-фу. А тут нету. Или я что-то не понимаю. Так, залазь. Привет. Угу. Так, куда его двигать? Да не. Мне нужно забраться как-то вот сюда. Ага, вижу. Все, а можно спрыгнуть? Можно как-то спрыгнуть. Я просто не увидел сразу. Просто сразу не увидел. Так, мышки, мышки, фу-фу-фу. Все, теперь точно все сходится. Давай.
Отлично. Давай, давай, мы почти закончили. И произнося даю. Слова доблести, изготовились они к бою, дабы вернуть себе кровь, что принадлежал им по праву. Перестань. Да ладно, мы для тебя и подвальчик здесь найдем. Амиссия, не все так просто. Ты меня плохо знаешь. О, ладно, я поняла. Не хочет, значит, в подвальчике, да? Ну и ладно. Давай, всё, давай. Выпускай драконов! Валите отсюда, ублюдки! Отступите от амазонки Амиссии яростной мели. Что? Яростной мели? А я говорила, что ты меня не знаешь. Получилось! Мы отбились! Этот замок спас нам жизнь! Да, Лаврентий был прав. Чтобы отпраздновать нашу победу, может, укроемся сначала от дождя? Правильно! Идемте в башню! Да, давайте все к костру погреемся! Какая огромная! Завтра у нас будет время ее смотреть. Теперь это наш дом.